К слову, не праздновали на этой неделе на прежнем уровне и Масленицу. Проведение массовых мероприятий у нас запрещено. Потому традиционных гуляний в историко-архитектурном заповеднике Ичари-Шехер, старый город, не было. В Азербайджане проживает самая большая на Южном Кавказе русская община. Больше 130 тысяч человек. Масленица – древний славянский праздник с многочисленными обычаями. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла, весеннего обновления природы. Главные его атрибуты – чучело масленицы, забавы, катание на санях, гуляния и, конечно же, блины. В этом году масленичная неделя завершается сегодня, 14 марта. Сегодня также отмечается и прощенное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощения и забывать старые ссоры.